Услуги эвакуатора в Тольятти. Круглосуточная эвакуация грузовых и легковых автомобилей. Телефон 740-911. 4 мая в сквере 5 квартала был обнаружен труп мужчины. В дежурную часть поступил звонок от очевидцев. Люди сообщили, что на лавочке лежит бездыханное тело мужчины. К месту происшествия были направлены сотрудники полиции. В настоящее время специалисты устанавливают причину смерти человека. Внимание! Ведется розыск подозреваемой в краже. В конце мая этого года в отдел полиции по центральному району за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила, что в магазине у нее пропал сотовый телефон. Благодаря камерам видеонаблюдения полицейским удалось установить приметы предполагаемой злоумышленницы. Ей около 50 лет, рост около 170 сантиметров, телосложение полное, волосы темные. Была одета в рубашку черного цвета с коротким рукавом, брюки черного цвета, кроссовки бежевого цвета. Сотрудники полиции обращаются к свидетелям произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемой, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по единому номеру 102. Осторожно, орудуют мошенники. В последнее время появилась новая схема мошенничества с использованием госуслуг. Все чаще люди из-за своей невнимательности становятся жертвами преступников. Подробнее о новой схеме мошенничества рассказал старший следователь информационного направления Следственного управления МВД России по городу Михаил Сергеев. Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти напоминает жителям о том, что продолжаются совершаться преступления с помощью средств информационно-телекоммуникационных технологий, а проще говоря, сети интернет и средств сотовой связи. Так, на днях в один из районных отделов полиции по городу Тольятти обратилась жительница города Тольятти с заявлением о том, что за день до этого ей позвонили с неизвестного номера. Звонивший неизвестный мужчина представился сотрудником ее оператора сотовой связи и сказал, что у нее истекает срок договора на оказание услуг связи. Потерпевшая поверила данному сообщению и сообщила код, который поступил ей в СМС-сообщении. После чего ей сказали, что теперь ваши госуслуги взломаны, значит, на вас оформят кредиты. Для женщины все закончилось печально, она лишилась 350 тысяч рублей, переведя денежные средства мошенникам. Будьте осторожны, если вам поступил подозрительный звонок, ни в коем случае не сообщайте никакие данные. Позвоните в банк самостоятельно и проверьте всю информацию. В России с 3 по 9 июня проходит неделя сохранения здоровья детей. Лето – любимая детская пора, но, к сожалению, одна из самых травмоопасных. Чем младше ребенок, тем хуже у него развито чувство опасности. Малыш может легко выбежать на проезжую часть с мячом, начать переходить дорогу, даже не посмотрев по сторонам. Врач-травматолог Максим Чебаненко просит уделить внимание своему ребенку, вместе с ним изучить правила дорожного движения и убедиться, что он соблюдает эти правила. Наступление теплого времени года – статистически повышает риск детского травматизма, связанного со средствами индивидуального перемещения, ролики, самокаты, велосипеды. При таких случаях превалируют травмы верхних и нижних конечностей. Как правило, такие травмы приводят при несоблюдении мест общего пользования, катания, то есть велодорожки, пешеходные переходы. Несоблюдение этих правил приводит к повышению травматизма, детского травматизма. Будьте всегда рядом со своими детьми. Соблюдайте элементарные правила безопасности. И тогда отдых принесет вашей семье только радость и положительные эмоции.